Всем привет! Что может сделать этот вечер еще лучше? Конечно же, футбол. Смотреть матч вместе с вами, как всегда, сегодня буду я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Самое интересное вашему вниманию – это Play-off Champions. Футбол Пайс против Old Boys. Как тебе атмосфера на трибунах, Георгий? Болельщики в очередной раз постарались и заполнили стадион. Свободных мест уже не видно. Игра пройдет в идеальных условиях. Нкунку отдает в разрез. Гол! Получается забить быстрый мяч, и счет уже открыт. 1-0 в нашей игре. Нкунку хорошо работает с мячом. Какой момент у Мбаппе! Счет теперь, кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Садио Мане продолжает идти вперед, из этого что-то может получиться. Оказался на месте Де Хео, но и удар был, скажем так, не самый сложный для вратаря. Джон Стоунс. Высокий прессинг у соперника. Диего Форлан. Карим Бензема. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Перехват. Не лучшая была передача. Шанс для Жерзиньо. Ну и решаться на что-то надо. Есть хет-трик. Прекрасная игра. На табло 3-0. Это разгром. Нкунку нужно бить. Как? Как мяч не попадает в ворота после такого удара, я не понимаю. Это было даже сложнее, чем забить. Легких путей они точно не ищут. Здесь все было сделано для гола, но куда интереснее, конечно, отправить мяч мимо ворота из убойной позиции. Диего Форлан. Отлично, Кантона отбирает мяч. Навешивает он на набегающего игрока. И мяч в воротах. Разница плюс 4 в их пользу. Навешивает он на набегающего игрока. И мяч в воротах. Разница плюс 4 в их пользу. Соперники обескуражены. Навешивает он на набегающего игрока. И мяч в воротах. Разница плюс 4 в их пользу. Соперники обескуражены.